Стильный виниловый проигрыватель для меломана. Герой сегодняшней распаковки – проигрыватель винила Audio-Technica ATLP-2XGY. В комплект поставки помимо устройства входит пылезащитная крышка, звукосниматель, кабель питания, а также коврик, адаптер на 45 оборотов в минуту и пользовательская документация. Модель получила современный пластиковый корпус с дымчатой пылезащитной крышкой. Конструкция составляет 44 см в ширину и весит чуть больше 5 кг. Устойчивое расположение на поверхности обеспечивают прорезиненные ножки в основании. Это полностью автоматический проигрыватель с ременным приводом. Управление осуществляется при помощи трех кнопок на лицевой панели управления. Они позволяют переключить скорость вращения пластинки, а также начать и остановить воспроизведение. Тонарм поднимается и устанавливается автоматически. Однако, если вы хотите сделать это вручную, гидравлически демпфированное управление подъемом позволяет стилусу точно и безопасно опускаться и подниматься в любой точке записи. Устройство оснащается прямым тонармом с универсальной головкой крепления и MM-картриджем с возможностью замены. Опорный диск отлит из алюминия и покрыт войлочным ковриком. Размер используемой пластинки переключается рычажком в правом нижнем углу. Поддерживаются 7 и 12-дюймовые пластинки. На тыльную сторону вынесен разъем для подключения шнура питания, подключенный двойной выходной кабель RCA и переключатель с линейного выхода на фонокорректор. Что в итоге? Перед нами проигрыватель в стильном корпусе с автоматическим управлением и качественным звучанием. Он может похвастаться простотой использования, производительностью, доступностью и возможностями апгрейда.